От цены за клубнику у жителей столицы глаза по 5 копеек. На Комаровском рынке в середине мая летнюю ягоду продавали по 20 рублей за килограмм. Спустя несколько недель отдают за без малого 9. В прошлом году стоимость и вовсе колебалась в районе 2,5 рублей. Белорусские фермеры заверяют, разгар сезона еще не наступил. На прилавках лишь импортный товар. В Бобруйске украинский урожай. Килограмм стоит 13 рублей. Летние ягоды пока не завезли в магазины. Центром продаж клубники по-прежнему остаются рынки. Но и здесь ее очень мало. По словам продавцов, после обеда пустые прилавки. Скоро, думаю, уже наша пойдет брестская. Но она ароматная, классная, сочная. Клубника хорошо идет покупатель. У нас, во-первых, она вкусная, во-вторых, она крупная, хорошая, красивая. Диетологи называют эту красную ягоду природным аспирином и мощнейшим афродизиаком. В горсти содержится больше витамина С, чем в апельсине. Клубника – кладезь антиоксидантов, которые защищают организм от раннего старения и серьезных заболеваний. При правильном подходе без вреда для здоровья можно съесть целый килограмм. Как и любые фрукты и овощи, конечно, клубнику полезнее употреблять в сыром виде. Она является одним из главных источников минералов, содержит также большое количество других полезных веществ. Она является хорошим продуктом для детокс-меню. Это меню для очищения организма. Чтобы сохранить полезные свойства, лучше заморозить ягоды. Тогда вкус лета удастся ощутить в любое время года. У меня внук и внучка, они любят на лето, конечно, варенье, а бывает же, сейчас мы ее замораживаем, поэтому сахару перетираем. Ну, люблю домашнюю, любим свою, которую выращиваем. Замораживаем и целую едим. Пока кушаю так, витамины. А уже к осени варенье. Клубника хороша в любых десертах. Тем не менее, повара советуют экспериментировать. Ягоду можно добавить в салат с тунцом и арбузом. Использовать как приправу к мясу. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.